это медицинская специальность, которая стоит на стыке неврологии и офтальмологии. Часто пациенты жалуются на какие-то зрительные нарушения, которые сами не могут сформулировать. Что их беспокоит, двоится ли в глазах, плохо ли видно. Двоение тоже очень сложная вещь, потому что часто пациент не может передать, как двоится. Мы используем и те методы, которые использует просто офтальмолог при осмотре, и используем более современные способы, и оптическая когерентная томография, и учитываем исследования, которые использует невропатолог, мы объединяем в себе все эти специальности.